Друзья, всем большой привет! Сегодня у меня для вас обзор из магазина низких цен «Светофор» по адресу город Ульяновск, улица Алексея Наганова, 10А. Посмотрим новинки ассортимента в этом магазине. В продаже есть аккумуляторная дрель шуруповерт 12 вольт, имеется встроенный уровень и подсветка. Производитель Китай, цена 1049. Также есть в наличии черные саморезы по гипсокартону и по дереву, размер 3,5 на 51, масса 1 кг, производитель Россия, цена 193,50. Смеситель для кухни серого цвета, он однорычажный, с гибким изливом, высокий. Стоимость 701,90, продается без подводки. Также в наличии есть светодиодная лента от торговой марки D-Max. Она идет в комплекте с пультом управления, с блоком питания и с контроллером. 5 метров длина, 25 режимов работы, всего 300 LED ламп. Изготовитель Китай, цена 349. А это мягкое средство для стирки детского белья, называется Baby. Можно использовать с рождения, подходит для цветного и белого белья. Объем 2 литра, стоимость 186,50. Жидкое крем-мыло для рук, молоко и мед объемом 1000 мл. Производитель Россия, стоимость 73 рубля. В наличии появились влажные салфетки с антибактериальным эффектом для всей семьи Aura Family. 180 штук упаковочки, упаковка идет с клапаном. Изготовитель Россия, цена 60 рублей. Специальное средство для стирки, пушинка, подходит для всех видов тканей, объем 2 литра. Производитель Россия, стоимость 107 рублей. В большом ассортименте есть алмазная мозаика. Размер холста 30 на 40 сантиметров, продается без подрамника. Стоимость 349,90. Следующая новинка, привезли книги детские, очень красочные, в твердом переплете. 192 страницы, предназначены для домашнего и школьного прочтения. Здесь они в огромном ассортименте, цена 199 рублей. А еще в большом ассортименте есть детские книги, тоже в твердом переплете, и они уже формата А4. Очень красочные книги, 80 страниц в этой книге, рисунок имеется практически на каждой странице и крупный шрифт. Здесь их очень много, стоимость 258,90. А это кукла Ася. Кукла с длинными волосами, высота 28 сантиметров, продается в коробке, цена 168. Снова новинка, привезли тетради в клетку, они на пружине, 96 листов. Листы белоснежные в клеточку, стоимость 52,80. Также есть тетради в клетку на 48 листов, есть просто в ассортименте и есть предметные. Тоже листы белоснежные, цена 27,70. Биоактиватор для септиков и дачных туалетов. Запускает естественные процессы разложения, устраняет неприятные запахи, действует 1-2 месяца. 50 грамм масса, стоимость 44 рубля. Сковорода ВОК с антипригарным покрытием. Она литая, алюминиевая, с бакелитовой ручкой. Диаметр 28 сантиметров, объем 3,5 литра. Очень красивый цвет, если камера передаст, прям вообще переливается. Подходит для всех видов плит, кроме индукции. Производитель Россия, Владимирская область. Стоимость 949 рублей. В продаже есть салатник стеклянный, называется Invitation, объемом 2 литра. Диаметр 21,5 сантиметра, производитель Россия, цена 123 рубля. А еще в этом магазине есть суповые тарелки, стеклянные, с очень красивым декором, 22 сантиметра диаметр. Производитель город Гусь Хрустальный, цена 94 рубля. И еще есть вот такой вариант. Тарелка глубокая, считается салатником, бульонницей. 13,6 см диаметр, дымчатое стекло, производитель Гусь Хрустальный. Цена 70 рублей. Форма для запекания из опалового стекла торговой марки Люминарка. Объем практически 2 литра. Выглядит как лодочка. Размер 32 на 20 сантиметров. Производитель Франция, цена 299,90. А это салатник Прометео от торговой марки Бармиоли Рокко. Италия, производитель, изготовленный из опалового стекла, размер 25 на 23,9 сантиметра. Стоимость 199 рублей. В наличии есть блендер погружной от торговой марки Матриона. Одна скорость, мощность 400 Вт, изготовлен из пластика, ножи из нержавеющей стали. Производитель Китай, цвет в наличии только черный. Стоимость 639.
продаже есть в ассортименте кувшины для напитков, они стеклянные, с полипропиленовой крышкой и со сливной ручкой. Объем 1,7 литра, производитель Россия, город Гусь, Хрустальный. Цена 142 рубля. В продаже есть кастрюли эмалированные, большие, с крышкой. Объем 9 литров, производитель Россия, стоимость 795 рублей. Еще одна форма для запекания торговой марки «Люминарк», тоже изготовлена из опалового стекла, объем 4,8 литра, большая форма, овальная, цена 655,60. Тарелка глубокая, диаметром 17 см, объем 510 мл, в составе фарфор, изготовитель Китай, цена 73 рубля. Привезли крышки обкатные размером 82 мм с уплотнительной резинкой, 50 штук в упаковочке, производитель Россия, цена 133,90. А еще есть крышки винтовые типа твист-офф, они тоже 82 мм диаметром, 20 штук здесь в упаковочке, стоимость 77,30. Термоскатерти с печатным рисунком. Они двухсторонние, здесь в ассортименте в большом по цвету, по расцветке. Размер 60 на 100 сантиметров, цена 59 рублей. Привезли веники, очень даже неплохие по качеству. Они трехлучевые, прям такие мощные. В прошлый раз были прям совсем слабенькие. Производство Узбекистан, цена 81 рубль. В наличии есть кофе, черная карта, Бразилия. Кофе растворимый, сублимированный. Продается в стеклянной банке, масса 190 грамм. Изготовитель Россия, цена 300 рублей. Также есть кофе растворимый, сублимированный, Ля Сора Арабика. Здесь в упаковочке 250 грамм, тоже стеклянная банка, цена 237 рублей. Чай зеленый с луговыми цветами. В упаковочке 200 грамм, продается в пакете. В составе чай китайский зеленый крупнолистовой, лепестки календулы, цветки ромашки, лаванда и ароматизатор слива. Изготовитель — город Рязань. Прям видно, так хорошо здесь все. Цена 141 рубль. И есть черный чай с каркаде и шиповником. Тоже 200 грамм в упаковочке. Сейчас прочитаю состав. В составе чай черный индийский, черный, крупнолистовой, каркаде цветок, плоды шиповника и ароматизатор клубника. Цена 141. Чай черный, чай кур Алтынбаш. Продается в металлической банке, масса 100 грамм, производитель Турция. Многие писали хорошие отзывы о нем. Цена 123,90. Также есть чайная коллекция Майтре, здесь всего 12 вкусов, в упаковочке 60 пакетиков, цена 242 рубля. Отборный черный чай, главчай, байховый, крупнолистовой, продается в пакете 250 грамм. Так, изготовитель — Вологодская область, город Череповец. Стоимость 89,40. В продаже появилось мясо индейк в собственном соку, 325 грамм, продается в металлической банке. Изготовитель — Ленинградская область, Потанина. И покажу состав, если интересен. В составе только мясо индейки, морковь, соль и перец черный. Все, натуральный состав. Цена 52 рубля всего лишь. И последняя новинка на сегодня — это икра трески с кусочками копченой горбуши. Покажу вам состав. Изготовитель — Смак, город Новосибирск. Продается в металлической банке с ключом, масса 220 грамм. Стоимость 77,50.